Справедливость, идеология, дисциплина и кадры – актуальные задачи администрации президента сегодня обсуждали во Дворце независимости. Такие совещания с политическим, экономическим и силовым блоками страны сейчас проходят на постоянной основе. Делается это для того, чтобы актуализировать задачи по всем важнейшим направлениям жизни – общества и государства. В частности, сейчас на повестке дня работы администрации – постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, а также поддержание исполнительской дисциплины и контроль за выполнением решений и поручений главы государства. Справедливость – основной критерий любого решения главного политического штаба. Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе. Справедливое. Обращу внимание на недавние социологические опросы в Российской Федерации. Самый важный вопрос, к чему обратились россияне сегодня, это вопрос не сильной власти, не оружия, не экономика, а вопрос справедливости. Сегодня востребован, и он находится на первом месте у россиян. Мы с вами давно уделяем внимание именно этому вопросу. И в основе нашей политики, я всегда это вам говорил и требовал от вас, надо положить, и у нас всегда это было, вопросы справедливости. Вот видите, как отреагировали наши братья на это. Большое внимание уделяется экспертно-правовой работе администрации, которая также осуществляет контроль госорганов в сфере права. В этом направлении уже хорошо себя зарекомендовала практика привлечения общественности и экспертных советов к обсуждению проектов и правовых актов. Как пример, справедливая народная критика концепции закона о противодействии домашнему насилию. Практика такой всесторонней оценки важнейших документов будет продолжена. Подробности совещания во Дворце независимости в наших следующих выпусках.